Барухата Адонай Элогейну Мелех Алам, Ашер Бахрабану Викольге Мим, Винаканладну Эттороту. Барухата Адонай, Нотенга Тора. Лесен ты Господь наш, Владыка Вселенной, избравши нас среди народов и даровавши нам Тору. Лесен Господь, дающий Тору. Амэн. Присаживайтесь. Слово Божье говорит о том, что один день на пороге Дома Божьего лучше, чем тысяча, где? В шатрах нечести. Аминь. Это в качестве нашего поклонения. Это слово пришло мне. А сегодняшний раздел Торы – это книга Брейшит или Бытие, глава 23, 1 стих, 25, 18 стих. И называется она «Хаей Сара» или «Смерть и погребение Сары». В этом разделе Торы повествуется о смерти Сары и о торге Авраама, значит, за место погребения, о поле Ефремовом. Значит, говорится о сватовстве Ревекки, вот, в жены Исааку, и о смерти самого Авраама. То есть говорится о делах, знаете, таких вот, о смерти праведников, о сватовстве, значит, о женитьбе, в общем-то, о делах житейских. Вот. И мы, как бы, вот, и у меня появилось, когда вот читая вот раз за разом этот раздел, вот, и мне как бы хочется поговорить об этих делах, комментировать с точки зрения дел житейских. Потому что Господь, Он любит во второстепенных таких вещах говорить нам об очень важных вещах. Согласны со мной? Аминь. Вот. И читая как-то на этот раз особенно, раз за разом я читал, вот, и получал особенно такой, знаете, вот шаббатный шалом, вот, от чтения этой главы. И я разбирался, причина, и как бы, знаете, я так понял, что один из моментов, наверное, это то, что Бог, знаете, Он не только трансцендентен, Он Бог там, где-то далеко, да, где-то в царстве, вот, а мы здесь оставлены. Нет, Он Бог близкий к нам, Он Бог, которому важны наши вот эти житейские мелочи, понимаете, вот, значит, Бог, которому важны наши дела, вот, и более того, я хочу сказать, что Он Бог, который, Он знает наши дела, Он жил среди нас, Он работал среди людей, я имею в виду, Он знает житейские проблемы, Он знает, как предают, Он знает, как радоваться, да, Он знает, сколько стоят там две птички, вот, и сколько стоит хлеб, Он все знает, понимаете, Он Бог, знающий, переживающий вместе с нами, Он Бог через Руах HaKodesh, Он Бог близкий к нам, вот, и вот эта вот близость, вот через именно вот эту главу я получал вот это вот понимание Его близости, вот, и хочу вот как бы тоже передать это вам, потому что, ну, не зря в этой главе он здесь не говорится, знаете, о нечем таком богословском, таком, чем-то таком, ну, о теофании, об ангелах, да, вот, или еще о чем-то. Здесь говорится о простых житейских вещах, но Богу важны эти житейские вещи, Богу важны все наши заботы, которыми мы живем, и Он готов участвовать в них. Скажите на это аминь. Это хорошая новость. Не новость, но это мы знаем. Просто мы каждый раз мы должны напоминать, потому что проходя через какие-то ситуации житейские, мы иногда думаем, что Он забывает нас, но Он никогда не забывает нас. Аминь. Вот. Итак, давайте мы почитаем немножко. И говорит, значит, вот Авраам спорит, не спорит, а Авраам торгуется, значит, с хананьянами, вот, о поле Ефромовом. И говорит... И говорит им Авраам, ну, это ситуация, сидят у ворот города, значит, сидят старейшины, да, и Авраам говорит им, и сказал, если бы вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, ну, имею в виду Асария, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цухарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал мне посреди вас собственность для погребения. Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых и отвечал, Ефрон хитянин. Ну, он говорил, ну, я тебе готов подарить ее. Но Авраам поклонился перед народом земли той и говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал, если послушаешь, я даю тебе за поле серебро, возьми у меня, и я похороню там умершую мою. Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему, господин мой, послушай меня, земля стоит 400 сиклей серебра, для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою.
Авраам выслушал Ефрона и ответил Авраам Ефрону серебро, сколько он объявил слуг сынов Хетовых. 400 сиклей серебра, какое ходит у купцов. И вы знаете, у меня сегодня как вот, центр комментария, он будет проходить через вот это вот, понимаете. Вот. Так, мне показалось, это очень важно, потому что здесь, вы знаете, здесь говорится о том, что важно для нас, верующих, которые живут ну, практически через 4 года после этого, через 4000 лет после этих событий, для нас это тоже важно и в нашей жизни, потому что здесь говорится о том, что за все надо платить цену. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть за все надо платить цену. Если мы хотим чего-то достичь в этой жизни, надо платить цену. Услышав, что он может сэкономить почти 60 годовых зарплат работника, потому что хотя Ефрон ему говорил, что ну, что там для нас 400 сиклей, там говорится о сиклях таких очень полновесных, потому что сикли были разные, это мера веса серебра. Вот, и 6-7 сиклей это была годовая зарплата работника. Вот, то есть это почти 60, там 55-60 зарплат. И как бы Ефрон он так лукавил немножко, все-таки это была солидная сумма, но он говорит, ну что там для нас, мы-то ребята такие, в общем, ты понимаешь. Вот, значит, но и Авраам мог бы обрадоваться этому. Знаете, как мы часто радуемся, когда что-то получаем даром. О, классно, благословение. Вот. Но не-не-не, он еще долго с ними спорил. Говорит, нет, ребят, давайте я вам лучше уплачу. Авраам, понимаете, он, может быть, не имел Библии, которую мы имеем сейчас, но он был очень наблюдательным и мудрым человеком. И он понимал, что если ты хочешь что-то приобрести надолго, если ты хочешь, чтобы это принесло благословение в твою жизнь, надо заплатить цену. Хочешь быть мудрым, это давайте мы перефразируем на сегодняшнее, как бы, наше. Хочешь быть мудрым и поступать благоразумно, плати цену, изучай Слово Божие, да, ходи в собрание, общайся с мудрыми, так говорит Слово. Да, потому что нет разума, нет мудрости и нет совета вопреки Господу. Глава 8 причина говорит о том, что главное это мудрость. Вот, и мудрость, она ценнее и жемчугов, и золота, и бриллиантов. Главное мудрость, потому что мудрость, она всегда с нами. Мудростью мы получаем многие вещи, это действительно главное. Хочешь иметь достаток? Вот, ну, не просто имей веру, что я буду иметь достаток. Понимаете? Вот. Ну, будь трудолюбивым, потому что Слово Божие вот в притчах, оно говорит о том, что трудолюбивые приобретают богатство. Оно говорит о том, что с умением дом наполняется драгоценным имуществом. Значит, надо быть трудолюбивым, значит, надо иметь определенные умения, за которые люди с удовольствием заплатят тебе как бы деньги. Вот. Хочешь иметь крепкую семью, плати цену за мудрость, потому что мудрая жена устрояет свой дом. Ну, а мужа, мы скажем, что если он хочет иметь крепкую семью, да, то, соответственно, он должен так возлюбить свою жену, да, как Иисус возлюбил свою церковь, и быть готовым отдать за нее что? Саму свою жизнь, как Иисус отдал свою жизнь за церковь. И это должно быть не на словах, это должно быть видно на деле. Ну, тогда, соответственно, тебя будут почитать. Хочешь быть успешным служителем, значит, прежде чем иметь свое, плати цену и будь для начала верным в чужом и будь верным в малом. Вот. То есть, вы знаете, я вот смотрел в Библии именно слово, связанное с ценой. Там несколько десятков интерпретаций, цена, ценой и так далее. И почти все, не почти все, где-то примерно половина, ну, она говорит о таких вот духовных вещах, да? Вот, она говорит о том, что мы куплены дорогой ценой, да? Там в одном месте Бог говорит, недорого же вы оценили меня. Ну, он говорит о Мессии, о 30 серебряниках и так далее, да? То есть многие вещи, они как бы, вот, цена, она связана, имеет вот эту духовную составляющую. Как бы, она, цена, она должна быть вписана в наше духовное основание, в наш духовный код верующих. Понимаете? Мы всегда должны помнить именно об этом, что мы должны за эти вещи, мы за все вещи в нашей жизни мы должны платить цену. И еще одно замечание о цене. Мы любим получать, ну, как мы называем, благословение, даром, да, вот, ну, это нормально, я тоже за то, и я знаю, что это важно, и, ну, это очень часто бывает нужно нам, вот, ну, как бы то, что вот я увидел, как бы один из таких вот духовных моментов, понимаете, о том, что, как правило, вот это вот, то, что мы получаем даром, оно происходит где? Когда мы находимся где?
в пустыне, да? Некоторые, наверное, понимают меня. То есть, знаете, когда, потому что если ты весь в мармеладе, и тебя еще Бог поливает шоколадом, понимаете, вот то, сами понимаете, ты не особенно это дело ценишь, понимаешь? Но когда ты в пустыне, когда ты жаждешь, и когда ты говоришь, Боже, мне надо, очень надо, и когда это приходит, и ты понимаешь, вау, как классно, Бог, это точно ты. Вот. А когда тебя там этим еще шоколадиком приправят, это как-то мы можем, а вдруг совпадение или еще что-то. Вот. То есть я хочу сказать, знаете, что можно ходить как бы чудесами, да, я как-то эту мысль провожу не раз, да, можно ходить чудесами, вот, но мы должны понимать, что чудеса, они зачастую, я не говорю там все время, но зачастую они бывают в пустыне. Для меня очень важно, очень показательным является жизнь Даниила, понимаете, это тот человек, который платил цену, обратите внимание, у него не так много было внешних таких вот случаев чудес, ну, может быть, когда его кинули в ров со львами, да, вот, значит, но его жизнь, она сама была чудом, она была свидетельством Божьего чуда, понимаете, к нему приходили ангелы, не просто ангелы, архангелы говорили, да, говорили с ним, вот, его дружбы искали цари, там, помните, как царь пришел к этому рву, вот, и жалобным голосом говорит, Даниил, там, что с тобой, он говорит, живи, царь, все нормально, со мной все хорошо, значит, то есть я хочу сказать, что Даниил, он для того, чтобы именно быть успешным во всех отношениях, в духовном, в материальном, то есть он был успешным чиновником при многих царях, там, 4 или 5 царей он пережил, и они все передавали его так из рук в руки, как говорится. Они знали его цену. Он был премьер-министром огромнейшей империи. Вот. Значит, то есть вот этот момент о цене я хочу, чтобы и для себя прежде всего говорю, потому что не всегда, наверное, сам бываю последовательным в этом, понимаете. И тоже хочу говорить вам, дорогие братья и сестры. Ну и должны мы помнить такой момент, что есть вещь, за которую мы никогда не заплатим, да. Вот. Псалом 48 говорит, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Друзья, есть одна только вещь, где действительно за нас уже все уплачено. Да, есть одна цена, которую мы можем только принять и отобразить в наших жизнях, в наших характерах, в наших поступках. Вот, это цена вот, крови Иешуа, вот, это цена, которую заплатил за наш Мессия. И слава Ему за все. Аминь. И буквально мазками о шедухе или сватовстве Ревеки, 24 глава, это беспрецедентно длинная глава, вот, и опять же говорю, почему я переживал вот это, понимаете, ну, Богу важно все это дело, ему важны наши дела, ему важны наши жизни, и он уделил столько много внимания простой вещи, вот, именно сватовству. Я буквально мазками скажу о некоторых вещах, вот, не в плане теологии какой-то, знаете, не буду говорить, что там это Бог сказал мне, там, ну, просто поделюсь, а там каждый уже решает, как к этому относиться. Ну, первое, мы видим, что на этом примере именно, ну, все знают, наверное, да, вот это все, то, как Авраам послал раба, как он молился при колодце, как вышла Ревека и напоила его, и не только его, но и верблюдов. Я специально посмотрел, сколько эти верблюды пьют. Оказывается, они пьют от 100 до 200 литров. Понимаете, ну, после такого пути, как это, я так представил, знаете, мне поплохело, потому что, как бы, я понимаю, что такое тащить из колодца, или как они там тащили на веревке это все дело, понимаете, черпать. Ну, пусть даже по 100 литров, 10 верблюдов, это было немало. Вот, значит, на этом, ну, и потом, как он сватался, как он оказалось, что она из дома родственников Авраама, вот, ну, и так далее. В конце концов, вот, как это все произошло, и она пришла к Исааку, и Исаак утешился, вел ее в свой шатер. В этом примере мы видим в сватовстве Ревеки, что при полном доверии к его воле, Бог, он готов участвовать в устроении всех наших дел, в том числе и семейной жизни. Вот. Аминь? Аминь, аминь. Да, некоторые знают, пережили это на своем опыте. Но при этом, знаете, я видел и другой опыт, да, когда человек говорит, что, допустим, все это от Бога, это все, я уверен, что от Бога, ведь, смотрите, и рост, и 90-60-90, и летящая походка, она вышла из мая, и все при ней, понимаете, вот. Но потом вдруг оказывается, что она скрылась из глаз в глубине января там, или сентября и так далее. Да? Вот. И что я хочу сказать, понимаете, какой момент, ну, как бы, как момент моего наблюдения, что здесь все было как бы нормально, как бы вот все было чинно, благопристойно и
хорошо, вот, потому что Ревекка, она не просто сама принимала решение, вокруг нее были значимые для нее люди, которых она выслушала, вот, и в конце концов она сама приняла решение, но она выслушала их, она смотрела на Елизара, да, вот, она смотрела на мнение своих родных и близких, и она приняла мнение, то есть она восприняла, то есть что я хочу сказать, особенно к молодежи, которым придется принимать эти решения, я думаю, будет мудро, если выслушать не только зов своего сердца, который иногда обманывает и не всегда получается от Бога, да? Вот. Но выслушать духовных своих родителей. Не зря Ребе иногда дает как бы, достаточно длительные сроки для того, чтобы вы посмотрели. Это не просто так, мать. Будь внимателен, не возмущайся, что он над тобой издевается и над вашей любовью. Вот. А пойми, что это важно. Послушай своих родителей, потому что родители... Они посмотрят на твою невесту, как она встает, как она садится, как она помогает маме или не помогает. Она тоже выскажет свое мнение. Будет правильно, если ты увидишь это все глазами как бы, других людей. Аминь. Вот, значит, и такой момент. Ревекка, она вышла, не просто удачно вышла замуж. Ну, так сложилось все, понимаете, классно, повезло ей. Не-не-не, немножко не так. Значит, мы видим, что Ревекка, она была готовой к этому, она была готова внутренне к этому. То есть мы вот в этом случае с этими верблюдами, это же не просто, как бы, ну вот она показала свою физическую выносливость. Вот. Ну, она видит какой-то человек с какими-то верблюдами, она же не относит это к себе. Но она имела такой классный характер, знаете, вот настолько, как бы, отзывчивый, добрый, понимаете, настолько вот, есть такой в хорошем смысле слова, легкий характер, да, она говорит, да я верблюдов твоих напою, понимаете, и хорошенько потрудилась, прежде чем она напоила этих верблюдов, потому что, ну, явно они очень хотели пить, после, путь туда в Харан был из Версавии такой достаточно длительный, вот, там, ну, не знаю, 1000 километров, наверное, минимум там было, ну, много, короче, там было, понимаете, вот, это все медленно, верблюды там, что даже не джип. Вот, значит, и то есть она была готова к этому, понимаете? А с другой стороны, мы видим, что и жених, в общем-то, был готов. Ну, из хорошей семьи, да, наследник всего, с хорошим характером, мы увидим это дело впоследствии. Вот, значит, работящий и так далее. Ну, в общем, все было. Поэтому Бог, он с удовольствием участвовал, говорится, в этом деле. Я так полагаю, предполагаю, это не библейское, ну, не богословское, это мое мнение, что может быть, иногда, когда мы чего-то не получаем, может быть, просто Бог, он готовит нас, понимаете, к тому, чтобы мы соответствовали, ведь мы просим-то неплохого себе, когда мы просим, Боже, я хочу, чтобы она была, ну, вот такая, и классная, и работящая, чтобы она меня любила, и хозяйка хорошая, и туда-сюда, вот, значит, и Бог говорит, да у меня, в принципе, есть такая, но мне надо поработать с тобой, потому что она в этот момент, она просит, чтобы ты был и умный, и образованный, и чтобы ты зарабатывал нормально, а у тебя что-то не клеится как-то вот со всеми этими делами, вот, ну, это такое мое предположение. Вот, значит, и один момент такой очень, как бы, для меня важный, это личность самого Елизера. Вот, ну, устная традиция говорит о том, что его еще будущим мальчиком подарили Аврааму, подарили, вот, и вы знаете, ну, мы видим, что это образ именно самой верности, понимаете, то есть именно, ну, не просто же так Авраам увидел в этом человеке того, ту личность, которому он мог доверить то дело, которое, ну, когда у него еще не было Исаака, да, вот, он говорил Богу, у меня вот этот Елизер, он у меня наследник, а ты мне говоришь о сыне, вот, это прекрасный образ именно человека, с которого можно брать образец в вопросах верности, вот, он был как, ну, я так понимаю, что Ревекка, она не просто так приняла решение идти, да, вот, она посмотрела на Елизера и, ну, наверное, предполагаю, она могла подумать, что если хозяева послали такого человека, которым они доверяют, наверное, он похож на своих хозяев, да, то есть и на моего будущего мужа, и ей было легче принять решение. Ну, вот. Значит, и закончить мне хочется, как бы, тоже на вещах таких, житейских таких, знаете, раз мы говорим о житейских вещах. Значит, когда было принято решение о том, что Ревекка таки, она пойдет замуж, но родители говорят, ну оставьте ее у нас в доме. Ну там такой достаточно длительный срок был, там где-то от 10 дней до полугода где-то, ну, комментарии разные я смотрю, ну такой
большой срок. Вот. И вообще-то ей, наверное, хотелось, ну, как всякому нормальному человеку, но, наверное, знаете, не сразу так рвануться в новую жизнь, побыть, поразмыслить, там, да, приготовиться внутренне и так далее. Но она, вы знаете, несмотря ни на что, меня это очень удивило, она приняла решение, говорит, нет, я пойду. Хорошее качество, я скажу об этом чуть ниже. И Исаак. Вот. А Исаак пришел, ну, вот они уже идут, да, значит, и последние стихи 24 главы. Исаак пришел из Бейер-Лахайра, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмышлять. Ну, там поразмышлять имеется в виду, там поговорить, ну, имеется в виду, я так понимаю, и многие комментаторы говорят о том, что, ну, помолиться, да, но в то же время в синодальном переводе там поразмыслить он вышел. Мне понравилось это слово, знаете почему? Я помню, как-то мне очень запомнилось из воспоминаний Генри Форда, значит, он был, кстати, человек верующий, вот, он сказал как-то, что самое трудное для людей – это размышление, поэтому люди так мало этим занимаются. Вот, значит, и Исаак, он вышел поразмышлять. Для меня это прекрасная характеристика, понимаете? То есть человек размышляющий, человек, думающий о путях Божьих, да? Человек, думающий о своих путях, о том, как его пути соответствуют Божьим путям. Человек, размышляющий, почему у него что-то получается, почему у него не получается, что нужно изменить. Потому что, знаете, размышление – это то, что дьявол хочет у нас украсть, у современных верующих. Он говорит, не надо размышлять. Все, нажимай на кнопку, получай результат, иди сюда, у нас очереди нет. Вдавай в интернет, покупай, делай вот это, делай вот это. Понимаете? То есть, что ввести нас в круг неразмышления. Вот. Очень важно размышлять. И почему очень важно размышлять? Почему очень важно быть такими подвижными внутренне, да, как Ревека? Это послание к нам в наше время, в наш век, именно в этот год. Не просто в век, ну, как такой, знаете, вот просто в век, вот 21 век. Не-не-не. Это послание в 2013 год, друзья, потому что время, оно говорит о том, что, скажем так, все сдвинулось с своих мест, друзья, экономика, политика, все сдвинулось с своих мест. Мир вошел, он не входит, он не на пороге перемен, друзья, мир движется уже в переменах, и при том в переменах, которых не было сотни лет. И нам, верующим, важно в это время быть внутренне не зацикленными там на чем-то таком, знаете, назовем, а что же я теперь буду делать, вот теперь у меня все, я же 20 лет это делал, понимаете, нет, надо быть внутренне подвижным, свободным от этого, то есть забывая прежнее, идти вперед, это во всех вещах, я говорю и об экономических вещах, понимаете, о всяких, о многих вещах, то есть надо что-то отбрасывать и понимать, что время изменилось, мы должны быть мобильными, вот, Ревека мне, для меня это большой пример, и размышляющими, потому что нам надо, ну, нам важно оценивать все, нам важно принимать правильные решения, тем более у нас всегда есть советник, друзья, нам есть с кем советоваться, друзья, нам есть тот, кто всегда готов нам ответить, тот, у которого он сам называет себя дверью, через которую можно войти и выйти и пажить найти. Аминь. Слава Ему.